Как же нам Новый год спасти? Деда Мороза обратно отправить? Ткачей же машину вывел из строя. Да, задача не из легких. Но, кажется, я знаю, кто может нам помочь. И кто же? У меня есть сестричка, мадам Брусничка, в разнородье Баба Яга. Вот ее-то мы сейчас и позовем. А давайте-ка все вместе. А ну-ка, сестричка Брусничкина! Брусничкина! Управление пространством разработал. Вот так, да? Да. Так не испытал. Вот Деда Мороза вызвал. И обратно отправить не могу. Так еще и Кощей на нашу голову свалился. Вот говорила я этому Кощею. Не позову тебя в гости. Жадный ты. На два там шахнет. Подарки никогда не дашь. Так он вот что думал. Интересно, интересно. Как же вам все-таки повезло, что, во-первых, по высшему образованию я инженер-программист, и вашу систему могу учинить легко. Здесь глобальная переменная обнулилась, цифры зашифрованы. Надо научно-исследовательскую работу провести. А помогут нам в этом ваши коллеги и моя помощница Елена Премудрая. А ну, Елена Премудрая, явись к нам! Помощь твоя требуется. Надо с коллегами научно-исследовательскую работу провести, ребятушкам помочь. Чтобы Новый год наступил, надо цифры разморозить. Ну что ж, давай поможем, Брусничкина. А у тебя призы есть за помощь? А как же? Вон у Мороза мешки, наверное. А кто же их доставлять адресату будет? Где курьера взять? А, нет, нет. А вот же они, добровольцы. Они помогут с подарками. Ну что, братцы, колики, поможете призы раздавать? Молодцы, девочки!
взятка? Ваша еще одна взятка! Молодцы! Давайте отмажем! Знаешь, Лена, что здесь у меня вызывает знакомого из другого города, что столица наш и подборяет.